Привет, с вами я, Гоша. Отошел я от того места, я уже нахожусь по правую сторону одной и той же остановки. Вот наши черемушки, которые мне миллион показывал раз. На улицах ни души. Это район, который никогда не славился загруженностью. А вот еще такое вот место, где можно старую машинку увидеть. Это по дороге от метро к Ментору. Миллион раз я фотографировал. Тут живет ее хозяин. Изредка выезжает. Тут школа. Тут сейчас мы дойдем до угла НЭП. А сюда еще можно, если на Q-трейне доехать до Gravesend Neck Road, так она почти в Даблин. В Даблин вас подвезет. И прямо вот так вот вы сюда придете. И пройдете мимо дома моего ментора. То есть попадете в Нью-Йорк, будете знать, как ко мне, как пройти к Гоше. Только так. Я думаю, что те, кто интересуется Америкой, и те, кто последними словами проклинает пандемию, наверное, уже думают. Наверное, уже планируют о том, думают, а Гоша с вами гулять будет? Так я вам отвечу. Я с вами погуляю не раньше, чем ковид будет искоренен. Поэтому пока мы еще на домике посмотрим. Итак, мы, ребята, дошли прямо до угла. Угол Нэп Стрит и Эвеню W. Запомнили, каким автобусом, каким метро, от какого метро сюда ехать. Думаю, повторять не надо. Думаю, сами догадаетесь.